Ребята, прошли те времена, когда роутеры представляли из себя невзрачные коробки. Настало время ярких перемен. И TP-Link VR945N – это та модель, которая довершит начатое другими гаджетами дело. Как насчет металлического исполнения? Использование металла не только помогло улучшить дизайн, но и сыграло важную роль в самой работе роутера. Алюминий как материал значительно лучше предотвращает внешние помехи, а также умеет равномерно распределять тепло, выделяемое роутером. А раз у нас все стабильно, то можно начинать. Fuse Balls. Начнем с чего-нибудь простенького, с аркады, но с крайне нетипичным геймплеем. Что предлагают нам авторы Fuse Balls, так это нечто вроде бильярда. Вот только местные шары здесь не нужно забивать в лузы, наоборот, их нужно компоновать между собой, скажем так, по цветовой принадлежности. После чего местные шарики начинают увеличиваться в размерах, немного затрудняя вам игровой процесс. Для таких случаев у вас есть контрмера – шары серого цвета, которые уничтожают любые другие на уровне. Правда, выпадает такое счастье в случайном порядке. Игра затягивает моментально, но ненадолго. Игровой стол по сути один, систему апгрейдов разработчики не предлагают. Так что перед нами качественная, но все же игра однодневка. Yesterday Origins. Очень смелый и оригинальный квест с целым ворохом как геймплейных, так и сюжетных находок. С чего бы начать? Ну, во-первых, главный герой, он бессмертный. И на этом месте вы, наверное, раскатали губу и подумали, что в этой игре можно смело говорить что угодно и кому угодно, но как бы не так. После каждой своей смерти персонаж полностью теряет память. Кстати, мы с вами попадаем в самые разные временные эпохи, начиная с средневековья и бушующей инквизиции, и заканчивая нашими днями. Блин, да тут даже свинок пытаются в святотатстве обвинять, короче, полный трындец. А вот что касается механики, то здесь тоже есть интересности. Перед нами квест в 2D перспективе, но огромное количество предметов на уровнях можно рассмотреть и покрутить в 3D формате. При этом в такие моменты игра переходит в эффектный режим окна в окне. То же самое происходит при общении персонажей, а также при комбинировании предметов друг с другом. Разработчики игры делают смелый шаг по возрождению жанра квеста как такового, и этот шаг получается у них очень уверенным. Настолько, что они готовы взять в заложники как старых почитателей жанра, так и тех, кто запустит игру такого рода впервые. Yago, help me. I did find this. Pauline. My Tamagotchi Forever. Проверка на возраст. Вот лично я застал расцвет Тамагочи. В моем классе они были у всех, а у некоторых даже по несколько штук. Сейчас, конечно, сложно представить себе кого-либо с этими штукенциями, если говорить о реальном мире. А вот в формате игры почему бы и нет? Тем более, что в игровом мире, конечно же, куда больше выборов. В частности, игроку предоставят возможность вырастить целый выводок существ, каждый из которых будет со своими повадками и характером. Локация также не ограничивается на санузле и кухонном столе. К вашим услугам целый небольшой городок, в котором вы то и дело будете открывать новые локации и предметы для развлечения своих питомцев. Life of Boris. Борис, он суперславянин. Он даже принимал участие в секретных экспериментах, как раз в то время, когда бахнул Чернобыль. И с тех пор оброс рядом уникальных способностей. Только Борис знает, как правильно готовить халву, как веселиться и как правильно затюнинговать свою тачку. Хотите быть как Борис, играйте в невероятную игру имени его же. Но жизнь суперславянина непроста. Точнее, иногда вам будет немного сложно уловить логику происходящего в этом квесте, но уверен, рано или поздно вы справитесь. Если что, в игре есть подсказочки. Запускать только людям с развитым чувством юмора и с готовностью посмотреть на привычные окружающие вас вещи, опять же, с юмором. Meet some new people, listen to hard bass soundtrack, compete with friends in Slovenia games, and earn number one spot in high score chart. So what you waiting for? Go download game on Android or iOS device and enjoy this Slavic masterpiece. Sniper Strike.
О, да у нас тут настоящее блокбастерище. Сразу предупредим, что, несмотря на свое название, в игре вам будут доступны и пистолеты, и дробовики, и автоматы, и даже пулеметы. Так что введение снайперского огня сложно назвать единственным местным развлечением. Игроку предлагают разнообразное прохождение с разных позиций, с различными вводными. Мы атакуем, защищаемся, сопровождаем и выцеливаем особо живучих гадов. Когда пристреляетесь в сюжетной кампании, самое время сунуться в местный мультиплеер. Причем здесь игроку предлагают сразу две разновидности режимов. В первом вы, собственно, стоите с другим игроком напротив друг друга на расстоянии пары сотен метров и выигрывает тот, кто первым обнаружит противника. Для этого на экране вам будут демонстрировать специальные стрелочки-подсказки. А второй режим построен на соревновательной составляющей. Защищайте заложников любой ценой. У кого они продержатся в живых дольше, тот и победил. В общем, игра дает своим пользователям массы развлекух, между которыми даже немного теряешься. Впрочем, одно остается неизменным. Меткие выстрелы прямо промеж глаз. Не забывайте, получать полноценное удовольствие от игры можно только с качественным оборудованием. С TP-Link VR945N вы скачаете новые игры на свое мобильное устройство за считанные секунды. И, конечно же, сможете без паузы и перебоев играть в сетевые масштабные игрушки на своем ПК. Последнее в том числе и благодаря мощнейшему процессору от Qualcomm. А дизайн? Дизайн-то каков? Долой любые непонятные мигающие значки. Отныне минимализм — наше все. Если вы хотите быть в авангарде революции роутеров, это ваш выбор.